Друзья, в этом видео я расскажу пошагово, как хранить свою криптовалюту безопасно, а именно как сделать холодный кошелек из Bitget Wallet, почему именно Bitget Wallet сегодня самый лучший кошелек для Web3, для новичков и не только, и дам пошаговую инструкцию с полным пониманием всех важных нюансов по созданию и использованию кошелька Bitget Wallet. Поехали! Для чего нам вообще нужен Web3 кошелек? В первую очередь это хранение любой криптовалюты, ее быстрое получение и переводы с различных сервисов или других людей. Также это инструмент для подключения к любым Web3 децентрализованным сервисам. Это могут быть игры, инвестиционные продукты, сервисы по услугам, которых с каждым днем становится все больше. Сегодня можно оплатить подписки на разные сервисы в криптовалюте, например, VPN или купить даже недвижимость за границей. А в будущем это все то, с чем мы привыкли взаимодействовать. Различные магазины, маркетплейсы. А при переходе на Web3 соединение с ними и оплата будет возможно через Web3 кошельки. Простыми словами, сегодня это ваш электронный кошелек, который уже становится альтернативой банковской карте, где доступ к вашим средствам имеете только вы. И в отличие от банковских карт, никто не может ограничить к ним доступ. И нет привязки к определенной валюте. Вне зависимости, в какой стране вы находитесь. Уже сегодня многие чаще пользуются Web3 кошельками, такими как MetaMask, Trust Wallet, чем банковскими картами. И я один из них. Поэтому в этом видео я раскрою аспекты пользования Web3 кошельком на базе Bitget Wallet. Почему именно Bitget Wallet? Сегодня биржа Bitget входит в топ криптовалютных бирж. Я уже делал обзор по самой бирже, как легко и быстро на ней зарегистрироваться, как зарабатывать хорошие деньги на их регулярных промо и механиках и о их токене, который в последнее время, не обращая внимания на рынок, показывает хороший рост. Если интересно, посмотрите это видео, ссылка будет в описании. Именно по причине надежности биржи, наличия лицензий на криптовалютную деятельность в разных странах мира, я и делаю акцент на то, что это кошелек из наиболее безопасных. Потому что если взять самый популярный кошелек, MetaMask или Trust Wallet, это закрытые компании, о которых ничего не известно, и тем не менее миллионы людей ими пользуются. В случае с кошельком от Bitget есть еще ряд преимуществ. Кроме того, что это и компания, и юридическое лицо, которое официально выпускает данный продукт. В кошельке Bitget есть возможность купить напрямую криптовалюту через платежные сервисы, используя банковские карты Visa, MasterCard. Есть еще также очень важный плюс, это возможность создать кошелек в сети Bitcoin для хранения биткоина. И есть свой криптовалютный мост для обмена разных токенов в разных блокчейнах. И в конце видео я расскажу, как сделать холодный кошелек на базе кошелька Bitget Wallet. Но обо всем по порядку. Начнем сразу с инструкции по установке Bitget Wallet. На сайте биржи Bitget есть раздел Web3, в нем раздел Wallet и кнопка скачать. Его можно установить на устройство Android, iOS, iPhone, iPad и как расширение в браузере Google Chrome. Я буду устанавливать в браузере, а во всех остальных случаях порядок действий тот же. Нажимаю на кнопку Chrome, после на кнопку установить, после чего открывается приветственное окно, в котором можно либо создать новый кошелек, либо импортировать ранее созданный. Причем ранее созданный может быть кошельком из любого другого приложения, например MetaMask. Нажимаю создать новый, устанавливаю легкий пароль, минимум 6 символов. Он нужен для разблокировки кошелька, например после перезагрузки. В следующем окне после клика на эту область появится мнемоническая фраза из 12 слов. Она нужна для восстановления кошелька, например на новом устройстве. Ее никогда ни при каких условиях нельзя никому показывать. По сути, она дает полный доступ к вашему кошельку. И обязательно нужно сохранить ее в надежном месте. А еще лучше сделать бумажную копию этих слов. Сохраняем, подтверждаем, что мы сохранили. В следующем окне проверка, нужно выбрать с указанными номерами слова и нажать кнопку. Все, кошелек создан. Он появится в правом верхнем углу в браузере, где все расширения браузера Chrome. Можно его закрепить и при нажатии на него будет открываться сам кошелек. На мобильных устройствах, естественно, это будет отдельное приложение и внешний вид немного отличающийся, но суть та же. Очень важный момент, при создании кошелька Bitget Wallet вы получаете сразу множество кошельков для разных блокчейнов и даже для блокчейна Bitcoin. И обратите внимание, если менять блокчейны, в некоторых случаях ваш публичный адрес для пополнения меняется, так как в EVM совместимых сетях, такие как сеть Ether, Binance, Arbitrum, этот адрес будет одинаков, а для сети Bitcoin, сети Tron он будет свой. Никогда не путайте адреса. Очень важно при переводе любой монеты указывать правильно сеть вывода и сеть пополнения. Они должны совпадать. В противном случае это полная потеря средств. Это базовый принцип любых переводов в любом блокчейне, в любом кошельке. Одним из преимуществ именно Bitget Wallet является то, что можно купить криптовалюту с банковской карты. Давайте разберемся как. Нажимаем кнопку купить, выбираем какой токен мы хотим купить и на какую сумму. И в каком блокчейне получить. Например USDT
сети Tron. Далее указываем адрес для сети Tron нашего только что созданного кошелька Bitget. Видим сумму в токенах, которую мы получим с учетом комиссий платежных систем. И далее следуем по инструкции. Но я предпочитаю покупать в P2P в разделе самой биржи Bitget, потому что там отсутствуют комиссии. Подробно, как покупать на P2P на Bitget, я сделал видеоинструкцию. Повторяться не буду, оставлю ссылку в описании. После того, как я купил USDT, я нажимаю вывод, выбираю блокчейн, сумму и указываю свой адрес из кошелька Bitget. После пополнения кошелька средство отображается в выбранном блокчейне. И теперь я могу далее пользоваться именно свое усмотрение. Например, передать кому-то, нажав «Отправить», выбрав блокчейн и сумму, и нажав еще раз «Отправить». Все происходит моментально. И когда токены на моем кошельке, это уже значит, что они полностью доступны мне без каких-либо ограничений со стороны, например, биржи. Они находятся в блокчейне, а у меня есть доступ к ним через приложение Bitget Wallet. А если мне нужно отправить токены в другом блокчейне, я могу воспользоваться встроенным мостом. Например, у меня токены в сети BIP20, а нужно отправить в сети Tron TRC20. Я нажимаю кнопку Swap, выбираю сверху USDT в сети BIP20, а снизу USDT в сети Tron. Это еще один плюс в пользу моста Bitget Wallet. И подтверждаю обмен. И теперь вижу токены USDT уже в сети Tron TRC20. Удобно, быстро и без комиссий. Также можно и с другими токенами и другими блокчейнами осуществлять смену блокчейна выбранных монет. А теперь небольшой гайд, как можно сделать из Bitget Wallet безопасный холодный кошелек для хранения биткоина, что сегодня не может дать пользователю ни один не кастодиальный кошелек. Для этого я рекомендую купить любой самый простой Android смартфон. Это будет гораздо дешевле и удобнее, чем любой из существующих холодных кошельков, таких как SafePal, Ledger или Trezor. Удаляю все лишние сервисы, устанавливаю на него только приложение Bitget Wallet. Конечно же, сохраняю на бумаге сид-фразу и сохраняю адрес для биткоин кошелька. Можно также сохранить адреса для EVM блокчейнов, например, для хранения токенов в сети Ether или Binance, и Tron блокчейна, например, для хранения USDT в сети TRC20. Это самый популярный блокчейн для перевода и оплаты токенами USDT. После чего отключаю смартфон и не пользуюсь им ни для каких иных целей, кроме хранения биткоина и криптовалют и последующего вывода с этого кошелька для обмена в фиат. При таком подходе мы получаем недорогой, понятный и удобный холодный кошелек, который сможем восстановить на таком же смартфоне с помощью сид-фразы при необходимости, например, при потере телефона. Друзья, если это видео было полезным, обязательно ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях, всем постараюсь ответить. А если вы хотите научиться торговать на фьючерсах и принять участие в соревновании New Degen 2023, которое будет проходить на бирже Bitget, подписывайтесь на мой телеграм по трейдингу, где мы проводим обучение, помогаем разобраться со всеми тонкостями в трейдинге и даже даем сигналы на фьючерсах. Все это бесплатно для моих рефералов. Всем спасибо за внимание и удачи на этом пути.